Всем добрый день! Приветствую вас на своем канале. Вчера сняла видео о гейхерах, которые переехали у меня в теплицу с целью дальнейшего размножения и доращивания. Не прекращаются с ними работы. Буду продолжать и рассылку. По небольшим морозцам даже доходят гейхеры. Они многолетние растения. Небольшой минус выдерживают. С утеплением буду отправлять. Сорта у меня в альбоме в Одноклассниках. На WhatsApp пишите, сброшу вам альбом или сброшу скрины фото, какие есть сорта. Так что продолжаем работать. И сегодня у меня разделение кустика тиареллы. Тиарелла Happy Trails. Вот она, Happy Trails, моя тиарелла. Уже разделенная, был кустик поплотнее, по набитие, показывала вчера, приросшие были все усики. Теперь все усики, что остались, я разложила опять. Подсыпала свежий торф, агробалт синий. И вот она теперь будет снова прирастать. Прирастут эти усики, и опять можно будет их поделить. Также сегодня разделила гейхеру фисташ. Вот тоже с такими неплохими корешочками отделилась она. И вообще она хорошо приживается уже по опыту. Несколько штучек отделилось без корня. Эти пойдут в тепличку, когда я их посажу в торф. А эти сразу пойдут на стеллаж, на дорост, на подрастание. И вот она, тиарелла, как поделилась. Где-то порядка 20 деленочек получилось. Некоторые прям такие мощненькие деленочки. Сейчас покажу вам. Допустим, вот прям не стала мельче делить. Думаю, может быть, корениться кому-нибудь отправиться, кто пожелает, чтобы ему я прислала. Такие вот деленочки. Сейчас буду их в торф сажать. Полью их с радифармами, с превикуром, чтобы и укоренение было, и обеззараживание почвы. Вот такие они. Деленки все с корешками. Есть прям длинные, как с усиком. Усик буду к земле прижимать. И тоже он укоренится. Вот они, деленочки с усиком прям длинненьким. Тиареллу эту можно и в подвесные кашпо, и в землю. В земле она будет как почвопокровник расстелить свои усики. Займет где-то в диаметре 1 метр, может занять площади. И украшать своими красивыми листочками. Цветет красивыми метелочками, очень нарядные у тиарелл. Такие беленькие цветочки, меленькие, метелочками собраны. У некоторых с розовым, у некоторых белые. Очень красивое, нарядное растение. Вчера поделила вот эту вот гейхеру свою, Solar Power. Уже посажены они по стаканчикам. Ну, а сегодня фисташ. То есть растения, как были они растения, так и остались. Не совсем они облысели. Центральный стебель остался. Ну и вот это вчера я снимала эти гейхеры, но уже было темно. Окраска была не видна. А так просто красавицы. Красавицы. Вот еще раз циркус. Red Lightning. Honey Rose. Honey Rose вот такой расцветки. Второй кустик получился. Rio. Цветочком. Galaxy. Такая красная с пятнышком. И Red Rover. Красный пират гейхерелла. Красавицы все. Буду делить, размножать на весну. Также заказываю, которые не получается разделить, не нарастает черенок быстро. На некоторых сортах заказываю целыми кассетами на весну. Так что на весну будет хороший ассортимент. Не теряйте меня. Подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Хочется, чтобы как можно больше людей увидело видео. От этого зависит много от ваших оценок. Всем спасибо за внимание. Всем пока.